Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор красного пищевого красителя. Мир 21 века украшен многочисленными красками. Днем мы наблюдаем красочные вывески и яркую неоновую продукцию в магазинах. Заходя в кондитерскую лавку, мы видим радугу цветов на пирожных и пирожных тортах. Все это раскрашивается специальными красками, которые берут начало из натуральных пищевых красителей. Красители добываются из органических компонентов, которые не обрабатываются и не очищаются химическим способом. Все цвета и оттенки являются созданием самой природы полностью натуральными. Пищевой краситель – это готовый к работе жидкий концентрат, растворимый в жидкости. Окрашивающие свойства, присущие ему, не замутнят основной продукт, а только придадут ему цвет. Добывается из растений, корней, фруктов и овощей. Полностью растворяется в воде. В большой таре разрешен небольшой осадок. Практически все красящиеся вещества для кулинарии и косметики, кондитерского дела, а также маловарения, создаются с пищевых красителей. Одна из особенностей красителя – это то, что он мигрирует. Очень важно в маловарении, чтобы слоя были цветными и прозрачными. Это повышает продажи. Вот такой бутылочке мы отправляем красный пищевой краситель нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!